Выходи, поцелую. Я этим ртом еще не такое вытворял. Бля! Так, я внутри. Вижу. Проверяй камьюнет. Ладно. В коридоре камера. Обойди. Она рабочая? Ты говорил, мол, давно заброшен. Теперь уже нет. Эй, иди сюда! Это ржавое ведро еще работает. Что это было? Ничего. Наш нетронар хотел в тебя вселиться. Я поставил тебе хороший лед. Должно хватить. То есть он знает, что я тут? Полезай, это не сын! Череп! Агент хочет тебя отрезать. No, Каралью! Да ладно, не бойся ты! Что такое-то? А? Странно. Вылезай! Я тебя так убивать не буду. Что там такое? Выходи на распродажу свинца! Главный атриум. Поищи камьюнет. Вылазь, тварина! Или... Херачь ее! Кишки по дверям разве... Попалась! Окей, вижу фургон. Прибить ее! Попалась! Эй, я у фургона. Нетранера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону. Раз уж ты видишь то же, что и я, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агве. Кто эти «они»? Дозор. Они ведут на нас охоту. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Нет. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил. Он знает, что ты здесь. Найди его. Вообще, я бы предпочла лишний раз не связываться с Дозором. Ты не будешь. Я буду. Ты просто посланница. Он — это сердце. Его надо вырвать. Агент хочет тебя отрезать. За камьюнет дверь. Я ее открою. Теперь иди на второй этаж.
кинотеатр. Подключись к нему. Нужны их данные. Ясно? Сначала... Классит? Эй, тише, тише. Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной Пасификой. Выиграл немного времени. Все, давай перейдем сразу к делу. Говори, кто ты такой. Брайс Мосли, особый агент Дозора. Поговорим? У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал, отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Мне нужна мама Брижит, главная вудуистка. Брижит и ее прихвостень Ти-Нептун заморожены еще с тех пор, как мы установили вокруг их сети лед. А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Потому что ты раньон. Так они называют чужаков, которых нанимают, половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают. Судьба всех раньонов. У тебя есть доказательства, что вудуисты хотят меня кинуть? В смысле хотят? Они уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри, гладко стелет, скотина. Обрабатывает тебя в открытую. Я проверяла. В системе все чисто. Да? Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. И? Все окей. Никаких следов. Сделай еще раз. И сравни с последним результатом. Идентичны, да? Угу. Это не настоящий скан, это копия. Ладно. Что ты предлагаешь? Разумный компромисс. Я выловлю вирус вудуистов из твоей системы, а потом освобожу Брижит и Ти-Нептуна. Они проснутся, как ни в чем не бывало, даже и не вспомнят. А ты просто меня отпустишь. С данными, конечно. Окей. Ну что? Давай. Решай быстрее. Я знал, что мы с тобой договоримся. Пиздец, Ви, ты охуела. Удачи. Думаю, еще встретимся. Что, вестерны любишь? Конечно. Тогда жизнь была гораздо лучше и проще. Только одно не изменилось. Хорошие парни до сих пор носят значки. В чем дело, Ви? Ты не в сети. Ничего не вижу. Брижит и тот второй. Они вернулись? Кто тебе? Да, мама Би проснулась. Отлично. Мне с ней надо поговорить. А что с дозором? Я разобралась. Мои люди ждут у входа. Мы отвезем тебя к Пласиду. Сама его найду. Хорошо. Да. Пласид ждет тебя наверху. Да. Наверное, это не продали. Ну, в городе.
почему ты не пошла по плану? Задача была взломать агента, не помогать ему. Мне нужна Брижит. Ваша главная. Отвести к ней девку, которую взломал дозорный пес, не надейся. Сначала скажи, что там было. Скажи, или я сам посмотрю, какого червя тебе запустили в Вангдон. Давай, рискни. Асе, надо уходить. Не знаю, что планирует дозор, но это еще не конец. Тебя беспокоят агенты? Тогда прострели ей башку. Мы не знаем, что в нее заложили, какой вирус у нее в системе. Ты не знаешь, что там было вначале и сколько это стоит? Знаю. Я ее сканировал. Обычное вшивое раньем. Али, менен мун юнан кавоа. За мной. Получается, ты знаешь про биочип? Если он работает, мы хорошо заплатим. Биочип не продается. И отобрать его вы не сможете. Не в ваших интересах. С ним и так уже все плохо. Пока я не нашла никого, кто мог бы вытащить его и не превратить мой мозг в сопли. Вы заказали его выкрасть. Значит, много о нем знаете. Должны знать. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашла? Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Тогда ты первая. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити, теперь мы справляемся без них. Сюда. Как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Йонбетиба. Куда мы идем? Скоро увидишь. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Он тебя просканировал? Нет. А что? Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Vieux et courant. Toute bagaille parée. Nous qu'à commencer. Bon. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышала о ней. Да? Где? От кого? А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть инграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. В смысле? Ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких искинов.
Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы будем готовы. Можем работать. Кимунги пар потежели. Леон, авек, жукилы. Ну, что теперь? Джонни. Репаре. Паре плонжи. Где это мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Ладно, что теперь? Можно начинать, все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт, только о ней. Это займет всего... Брижит! Что происходит? We'll never fade away! Джонни! Джонни! Да какого хера? Джонни! Ты перегнул! Сильно! А теперь что? Что будет дальше? Вытащишь на сцену корпората, свяжешь его, обольешь бензином и подожжешь? Эй! Смотри сюда! Эй! Сюда Сарай! Иди! Эй! Это не твоя личная группа! Ты тут не один! Эй! Сюда иди! Сюда, иди! Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Блять. Это из-за концерта или Керри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тихо.
Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Ты знаешь, о чем я. Но перед собой тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. Ты, наверное, что-то попутала. Мы встречаемся, чтобы трахаться, а не чтобы ты ебала мне мозги. На сегодня я уже наебался под завязку, так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Эй, ты куда? У меня встреча. Сильверхенд! Эй! Альт. Мощно выступил! Не надо. Хватит. Can't kill me, cause I'm Завтра снова играем. Ну что, может, зайдешь? То есть... Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джонни! Отпустите меня! Джонни! Плохо тебя отделали. Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его Это зовут Томсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Что ты видел?
То же, что и ты. Они приехали за ней, а ты просто был рядом. А ты стояла задумчиво, дрочила из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Думаю, Альт – случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и таких дохера. Росаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед, такой, что не расколешь во всех смыслах. Росака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Окей, и чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Росаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Росака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь... Кто только верит в такую херню. Пошли. Окей. Что ты думаешь? Я весь внимание. История стара как мир. Росака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё? Пойдешь со мной? Куда? В Росака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Я буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Наверху. Сядь. И не рыпайся. На ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Джонни! Этого хватит, чтобы освежить тебе? Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот город. Джонни. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ты же не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел и подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной, пока мы встречались? У меня заказ. Срочный. Но я хорошо заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый Значит, раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее и возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами. Да без проблем. Сейчас допью.
Есть только один путь. Вперед! Несем большой! Ты спрятался тому поздняк. Эй! Мне кого-нибудь ос... Вертолет? Серьезно? Кого ты на этот раз выбесил, Джонни? Прикрой! Патроны кончились! Черт! В укрытие! Прячется! Мне это... Вот это я одобряю! Быстро в лифт! Кто не спрятался, тому поздняк. Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Стреляйте! Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист, ты не знаешь. Стреляй! Слушай, это было круто! Окружай его! Несем большие потери! Это пока только разогрев. Огонь! Эй, мне кого-нибудь оставь! Займите позицию, закройте брешь! Значит, охота по-плохому? Ну ладно. Вот так! Вертолет может вернуться, и он вернется. Какой уверенный тебе сегодня водить. Есть еще кто? Валим отсюда. Никого? Мы сразу за тобой. Кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. Альт Каннингем. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Количество человек, пострадавших во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестным. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Ага. Центральный компьютер. Надо его найти. Глупо так подставляться! Кто не спрятался, тому поздняк. Приготовиться. Что такое? 5 секунд и заходим. Готовы?
Хорошо. Мы победили. Меня атакуют! Неудивительно. Ты это видишь? Сосредоточить огонь, болваны! Закончим по-быстрому. Хороший был бой. А тебя все-таки есть польза. Вступаю в бой! Сейчас начнется жесть. Медика, я ранен! Мы опоздали. Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Альт. Альт, нет, только не это! Она... Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Не изменишь. Она не... Джонни! Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Ну, говори, а то лопнешь. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе, что она создала душегуб, что она умерла. Как она нам теперь поможет? С того света? Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видела тело. Альт перешла в сеть. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. И? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто, чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. Минуту. Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. Я выполнила свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты одна перенесешь код на ту сторону. Видимо, выбор у меня небольшой. Але... Как мне перейти на ту сторону? Брижит!
Найт! Джонни. Тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каннингем. Джойс, я по таки не твокла. Брижит, что происходит? Они взломали наши борды. Мы не имеем к этому отношения. Дозор. Что? Здесь дозор меня не достанет. Это правда ты. Так что это было-то вообще? Ты не смогла их просто убрать? На этот раз дозор хорошо подготовился. Сука, наверное, Мосли постарался. Блять, это я привела сюда дозор. Их агент, наверное, подкинул мне трекер, по которому они нас выследили. Ага, сделал вид, что удаляет вирус вудуистов, а сам заменил его на свою херню. Так они и добрались до тебя. Это не имеет значения. Вся подсеть была уничтожена. Альт, если ты вытащила нас оттуда, значит, у нас с тобой все нормально? Ты на меня не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви, это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт, это Ви. Ты должна спасти ей жизнь. Как видишь, Джонни уже все обдумал и распланировал. Вопрос только, чего ты хочешь в обмен на помощь? Пропагандисты Дозора делают успехи. Ты воспринимаешь меня как дьявола, с которым нужно подписать договор? Понятия не имею, кто ты сейчас. Знаю только, кем ты была раньше. Может быть, Джонни для тебя и был важен. Но меня-то ты первый раз видишь. Поэтому и спрашиваю, какие условия. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда все будет готово? Вот адрес борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. Альт, пока ты не ушла, нам надо поговорить. С глазу на глаз. Нет, это представляется невозможным. Класс. Даже я бы лучше не придумал. Собаке собачья смерть. Я тоже рада такому повороту, но нам пора сваливать. Да, остался же еще этот мрачный хер. Нутане? Мазе, си. Пусте. Вуале.
Я долго этого ждал. Ugh!